Умирающий Джигурда больше не ходит, слез не унять. Актеру грозит инсульт. Прогнозы были самые худшие, но криз миновал. Новость о том, что Никита Джигурда находится в тяжелом состоянии, поразила поклонников. В Неру связались с артистом, чтобы справиться о его самочувствии. Вчера из Парижа прилетела Марина Анисина. Она-то и вызвала карету скорой помощи, рассказал Никита. Я отказывался, говорил, что бессмертный, но приехавшая бригада реаниматологов сказала, что промедление могло закончиться летальным исходом. Меня шатало, как пьяного, а давление было 230/110, потом 230/160. В любое время мог случиться инсульт. Врачи запретили мне двигаться, посоветовали уехать куда-то на недельку и отлежаться, продолжает артист. Покой, ласка и строгий постельный режим, как обещают медики, могут уберечь меня от повторения криза.